привет! Как говорит исполнитель нашего сегодняшнего трека, не нужно осторожничать. Поэтому начинаем дерзить прямо сейчас. Иди сюда и танцуй, поехали! Давай сначала с тобой разберем верх, потом разберем низ, а потом это все соединим. Начинаем движение с верха. Руки делают кружочки над головой, справа и слева от себя. Оп. Это мы запомнили, попробовали, сейчас пробуем взять ножники. Значит, есть у нас соскок назад и вывод правой ноги вперед, сокращенный. 5, 6, 7, 8, раз. И к этому движению мы добавим переступание. Правая, левая. Все просто, соскок на левую ногу, раз и два. 5, 6, 7, 8, раз и два. Дальше делаем шаг на правую, шаг на левую, и здесь остановлюсь. Все очень просто. По шагам правая, левая. По рукам руки из этого положения переходят сюда. Ладошками упираюсь в стол и сюда. Нарочито поднимая локти вверх. Соединим парочку этих движений. 5, 6, 7. Соскок. Раз. Удар. Кнопочка. Кнопочка. А для того, чтобы продолжить изучение нашей комбинации, сейчас мы с тобой должны выучить самое крутое движение от Майкла Джексона. Его фирменную лунную походку. Итак, становись перед зеркалом таким образом, чтобы твоя правая нога была спереди и вес был на левой. Левая будет у тебя опорная. Правую ногу я перевожу на полупалец, и это будет наше исходное положение. Опускаю пятку, раз. Приклеиваю всю стопу в пол. Протягиваю ее аккуратненько через параллельную позицию назад таким образом, чтобы я смог перенести на нее вес и оторвать пятку левой ноги. Одновременно. Пробуем. Раз. И еще раз. Смотри на себя в зеркало и повторяй. Пятка. Прогладил. Перешел. Загрузил немножко бедро. И теперь левая нога у меня становится работающей, танцевальной и свободной от веса. И все то же самое делает левая нога. Я ставлю пятку и скольжу по полу. И мои ноги меняются. Самое главное, это то, что наши ноги меняются. Ты тоже можешь обратить на это внимание. Сначала у меня правая спереди. Левая спереди, правая спереди, левая спереди. Не делаем явный акцент на опускании пятки, просто плавненько, незаметно опускаю, скольжу и уезжаю из кадра где-то. Меня не должно быть видно, меня не видно, а потом возвращаюсь. Так вот, теперь ты знаешь, что такое лунная походка, и мы ее сюда добавляем. Раз, два, три, четыре. Таких шагов у нас будет 4 штучки, и мы добавим руки. Волна, 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 волна. Делать это не принципиально, просто можешь махать руками, как веслы. Хадыщ, 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 хадыщ. А теперь вторая часть. Не такая сложная, как ты думаешь, поэтому смотри внимательно. Делаем шаг вниз, второй. Вниз. Теперь я буду каждый раз прыгать. Прыжок, перепрыгнул, поза. Прыжок, перепрыгнул, вниз. А теперь про руки. Руки у нас находятся в положении, которое называется just hand, то есть параллельны зеркалу, и двигаются вправо, вниз, влево, вниз, вправо, вниз, влево, вниз. Вот как окно дома мою. Ну, почти то же самое, только повеселее. Хе-хе-хей! А теперь с прыжком. Раз, два, три, четыре. Дальше. Два простых движения. Выбрасываю волейбольный мячик от себя. От, от, от. Дальше делаю круг руками. Вот такой. Перед собой. Прям вижу его. Вижу, вижу, вижу. И перехожу в это положение. Круг. Поза. Когда происходит в руках круг, происходит в руках круг, это очень важно, я прошу обратить на это внимание. В ногах происходит переступание. Еще раз вместе с руками, тэп, кросс и поза. But you're moving so carefully, let's start living dangerously.
Подписывайся на телеканал «Беларусь-2» в социальных сетях, а также не забывай посещать нашу танцевальную инстаграм-страницу. Публикуй видео с хэштегом «Иди сюда и танцуй», и, возможно, твой танец украсит наш следующий выпуск. Ну, а на сегодня все. Пока!